В Европе уроки сексуального воспитания уже давно вошли в школьную программу. В этом году в России снова активно обсуждают вопрос о введении сексуального просвещения и для наших школьников. О необходимости этого предмета сегодня поговорим с заслуженным учителем, директором 40-й Барнаульской гимназии Александром Овсиевским и с психологом Екатериной Кабанченко. Здравствуйте. 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 Давайте для начала разберемся, что вообще представляет собой этот предмет. О чем говорят на таких уроках? Наверное, здесь многих отпугивает вот это вот название, да, сексуальное просвещение, образование. Хотя предмет включает в себя, ну, больше такие правила жизнедеятельности, безопасности, понимания себя, понимания, куда посторонний человек, например, может притронуться, куда нет, да. То есть это такой более широкий предмет, чем он подается, чем он понимается. А какими словами вот должны рассказывать об этом предмете? Ну, мы можем опираться на опыт в тех, да, странах, в которых он есть, и можем опираться на опыт нашей страны, когда у нас были подобные какие-то предметы, опыт разный. Потому что были шокирующие моменты, когда в начальной школе были учебники, и там было очень много разных картинок, где показывали всю физиологию и все процессы. Были предметы, которые «Этика и основа семейной жизни», да, назывался, когда там говорили про отношения, в том числе и мужско-женские, да. Поэтому, ну и мы можем опираться на опыт тех стран, где это есть, и там говорят и о профилактике, да, заболеваний, передающихся половым путем, и о построении отношений, и о своем отношении к телу, правила согласия, да, что никто ничего не может сделать без твоего согласия. И если мы возьмем маленький возраст малышей, да, о том, что ребенку делать, если кто-то его фотографирует, что он должен об этом сообщить, например, родителям, или что кто-то притрагивается к его телу в зоне нижнего белья, да, что он тоже обязан сообщить родителям. То есть здесь очень много сразу вопросов возникает. А как вот вы считаете, кто должен в школах проводить такие уроки? Какой специалист? Вы знаете, откровенно говоря, я не знаю. Потому что учительство в целом, я так думаю, что и по всей России, и в Алтайском крае, оно в своем подавляющем большинстве не готово к мероприятиям такого рода, к таким урокам и так далее. Но в свое время вот затронули тему, что в конце 20 века появилась этика семейной жизни, был предмет такой. Но потом его благополучно забыли, этот предмет. Я понимаю, что, конечно, вот волнение у родителей и у людей, которые какое-то отношение имеют к образованию, на эту тему имеются. Вводить предмет как математику или русский язык, ну, совершенно бессмысленно, потому что дети, и в том числе их семьи, они находятся на разной ступени развития. Я вот работаю столько лет, и все эти годы преподаю свой предмет, и я вижу, что есть дети, которые находятся уже в 9-10 классе, а вот в этих отношениях они как пятиклассники. А есть дети, которые в 6 классе, но они фору дадут 10-класснику и 11-класснику. И поэтому, если в каких-то отдельных предметах, ну, в биологии говорить о гигиене, это хорошо, это допускается. Ну, где-то там в обществознании, может быть, говорить о каких-то отношениях, так сказать, правоотношениях между людьми, что можно, что нельзя. Но вот как отдельный предмет я его просто не вижу. Просто, то есть под определенную тему звать, да, специалиста. Да, то есть, да, и специалистов в наших школах практически таких нет. Ну и даже если кто-то бы и взялся, как энтузиаст, работать на эту тему, то, наверное, ему бы пришлось закончить пару высших образований, чтобы по всем вопросам иметь возможность детям давать серьезные такие рекомендации. Ну, то есть все-таки это должен приходить психолог, сексолог. Да, это, наверное, человек, и причем даже вот не в целом в классе,
а в той какой-то мини-группе, где, так сказать, есть какие-то определенные вопросы. Может быть, их будет один человек, может быть, пять. Но весь класс вот так оставлять, я помню, как вот я, как классный руководитель, так сказать, проводил какие-то беседы. Есть, были темы, когда я со всем классом работал. И, естественно, там вопросы патриотизма, вопросы там трудолюбия и так далее, это для всех. А были случаи, когда я в индивидуальном порядке беседовал вот с отдельными ребятами, девочками, мальчиками. Как поговорить, да? Как рассказать? Как защитить? Вот ему уже 15 или ей уже 15, они, там, или 16, они встречаются. А как мне рассказать? Вроде неудобно. Мне неудобно разговаривать. Не каждый родитель может, да, поговорить сам. А вот мой ребенок услышал там какое-то слово. Как мне ответить? Или мой ребенок что-то посмотрел, и я вижу, что там плачет, боится. Как мне ответить, да? Что мне с этим сделать? И у родителей у самих вопрос, им неудобно, неловко. И детям-то тоже, они тоже же много что переживают. И влюбленности, и вопросы у них появляются, да, любознательный вот этот вопрос, откуда я взялся, но он всегда был, есть и будет у ребенка. А как отвечать, мы не знаем, потому что это разврат и развращение, и потребность есть, а как сделать с учетом того, что у нас же школы есть и многонациональные, да, вот если мы возьмем всю Россию, у нас есть особенности и религии, и разные вопросы, пока непонятно. А нужно ли родителей вот звать на такие встречи? Мне кажется, было бы очень неплохо. Раз тут все-таки речь идет уже о доверии, чтобы дети общались открыто с родителями. Может быть, это, пусть это будет не встреча, может быть, это будет какой-то фильм, да, над которым будут работать специалисты, там, сильные там, психологи, сексологи, педагоги, какой-то такой учебно-просветительский фильм, да, который можно будет показать. Потому что, опять же, надо же найти специалиста, кто готов будет выйти и рассказывать на родительскую аудиторию, на детскую аудиторию. И таких специалистов должно быть много, если мы говорим про каждую школу. Ну, пока таких специалистов очень-очень мало. Вот. И как-то, мне кажется, важным и родителям объяснять, что понимают-то под термином секс-просвет и секс-образование. Что это не рассказ о сексе, о том, как им надо заниматься и что, в общем, делать там, что знаю, здесь в первом классе. Что здесь много всяких тем, которые нужно обсуждать. Ну и давайте как бы итог подведем. Все-таки нужно ли нашим детям вот такое образование, такой предмет? Или все-таки оставить это выбор, ну, как бы за каждым? Вы знаете, вот последние годы на школу много упало всяких разных предметов, о которых мы даже не догадывались раньше. Родной язык, ну, я понимаю, в Татарстане родной язык может быть татарский, поэтому им надо как-то вот этим воспользоваться. А в Барнауле, где все на русском разговаривают в основном, то это, наверное, не здорово. А, там, вопросы, связанные с деньгами, экономическое, просветительство и так далее. Много вопросов, которые последние годы стали вот над школой давлять. Уже в расписание все предметы эти даже не входят. И уже к ним, к некоторым отношение такое, что вот это одночасовые предметы, то есть в неделю всего там один урок, что их вроде на дистант можно вывести, что вроде они не определяют, это нашей жизни в перспектив. Но с другой стороны, они существуют. И нам все равно их надо преподавать. И если мы выдаем аттестат за 9 классов, то мы обязаны все эти предметы там указать. Поэтому еще один такой предмет, и неизвестно, что по нему. Можно пятерки ставить, четверки или что. По-моему, это просто нереально. Это вот на уровне жизненных консультаций, это вот каких-то, персональных, будем так говорить, общений, когда человеку, ну, одному больше, другому меньше рассказывают, одному все будет понятно с третьего слова, а другому и целую лекцию прочтешь, он до конца не поймет, о чем был разговор. Поэтому все-таки как отдельный предмет, и слово это употреблять, предмет, наверное, нерентабельно в наших условиях. Спасибо большое. А я напомню, что в студии мы общались с заслуженным учителем и директором 40-й Барнаульской гимназии Александром Овсиевским и с психологом Екатериной Кабанченко.